Всех приветствую, друзья. Сегодня опять ТЭС не заряжается. Многие сталкивались с этой проблемой, кто занимается ремонтами айфонов. Вот. И при подключении заряженной батареи телефон включается. Включается, прекрасно работает и даже заряжается как положено. Вставляем заряженную батарею. Ждем загрузки. Заряжается. Заряжается, работает до тех пор, пока не упадет батарея до нуля. Если оставить телефон без зарядки пару часов, то опять возникнет данная проблема. Вот. Проблема в микросхемке питания контроллера с зарядом 1610. Вот, дергать будем сегодня с айфона, с донора. Вот. Итак, я разбираю телефон. Оставайтесь с нами. Вот он находится здесь. Микросхема U2. Контроллер заряда. Вот. Благо не в компаунде, как на пятерках. Вот. Сейчас мы ее переставим. Уже снимали, по-моему, защитный экран сзади. Да, снимали. Что-то здесь грели. Следы флюса. Кто-то пытались нагреть. Так, выставляю температуру. Снимаем микросхемку.
Не получилось ровно снять. Не получилось. Дернулся. Придется накатать. Схема U2 готова к использованию. Давайте посмотрим, что получилось.
видите, зарядка пошла. Давайте так, чтобы было понятнее. Соединим батарею, которая у нас на нуле. Сейчас я проверю. Батарейка на нуле. По нулям. Обе на нуле. Так, это у меня полностью заряжено. Так, еще раз. Батарея на нуле, ставим ее для проверки. Ставим ее. Еще раз подсоединяю. Как видите, зарядка пошла. Минут 10-15 на зарядке и все возобновится. Итак, друзья, зарядка зарядилась, телефон подзарядился, 4%, только что включился, все работает, все отлично. Собираю телефон, возвращаю клиенту. Всем спасибо за внимание, всем мир. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи в работе.